Я за взвешенный подход и в интернете, и в общественных местах, и в прессе, и в СМИ, и в интервью, и так далее. Поэтому, если идут оскорбительные выступления, высказывания, которые нарушают и административный, и уголовный кодекс, просто моральный кодекс, конечно, такого не должно быть, и должны меры воздействия быть. Но, в принципе, это общая культура людей, общая культура общества. Когда у нас 20 лет говорили, ориентируйся на доллар, на деньги, на все прочее, мораль падала. И мораль падала до того, что уже никаких ограничительных факторов не стало. Вот это все следствие тех 20 потерянных лет, о которых я говорил.